Более 1500 ребят со всего Краснодарского края с удовольствием захватили свои школьные учебники и скорее на морской воздух общаться с друзьями. Еще бы! Несмотря на прохладную погоду, интересных занятий в детской здравнице «Жемчужина России» хоть отбавляй. Осень – самое время заняться здоровьем. Магнитолазер – для профилактики гайморитов и тонзиллитов. Многофункциональный аппарат «Полимаг» – для комплексного воздействия на организм. Массаж костно-мышечной системы. Лечебная база санаторно-оздоровительного комплекса обширна. Главная наша задача в межсезонье – это максимально оздоровить ребят нашего края и дать им полный пакет и полный спектр услуг, которые возможны на базе нашего оздоровительного детского учреждения. Значит, прежде всего, это полный спектр лечебных услуг и процедур, начиная от обследований и заканчивая общеоздоровительными укрепляющими процедурами. Конечно, большое внимание, поскольку наша здравница детская, мы уделяем организации досуга ребят. Для организации досуга детей работают и за студии, и кружки. Сувениры для родителей ребята мастерят своими руками. В каждом санатории комплекса собственная педагогическая программа, эксклюзивная. Анастасия Кириллова 7-й год приезжает в Анапу. Здесь уже и стены родные. Атмосфера, те же родные люди, родные лица, которые я всегда рада видеть. Также мероприятия, когда хорошая погода, мы выходим играть в волейбол, также футбол. Так что скучать нам вообще не дают. Лечебная база – это, конечно, хорошо, но ребят привлекает здесь дружба, общение и теплая атмосфера. Возможность проявить себя творчески, что они и делают. Я отдыхаю тут 3 года подряд. На улице осень, деревья меняют наряд. Желаю вам всем хорошего настроения, а выступающим людям долю везения. Я приехал из маленького поселения в город, где гораздо больше населения. Верьте свою мечту, и чтоб что-то доказать, надо чего-то хотеть и что-то поднять. Отдыхает здесь и анапская детвора. Задача взрослых – сделать их отдых приятным и полезным. Судя по довольным лицам мальчишек и девчонок, им это удается.